Привет всем! Продолжаем мотивировать вас позитивными аффирмациями, позитивными утверждениями. Сегодня я хочу напомнить вам одну из очень древних, мудрых аффирмаций, которую вы можете использовать, когда вы идете на важную встречу, на важное дело, да и вообще просто каждый день. Звучит она так. Успех в настоящем, успех в грядущем, успех неба надо мной, успех земля подо мной, успех несет меня к успеху, и отовсюду я привлекаю благоприятные возможности для себя. Ну что же, успехов вам!